что, смотри, белые и розовые, или это разные деревья? Или это разные стадии? Мне кажется, нет, это одно и то же дерево. Одно и то же, да. Смотри, какие-то белые, какие-то розовые цветочки. Я хочу тут стоять, пока оно не цветет. Вот наш львенок залез на львенку. Ну да, это уважительно. Пошли. Смотри. Рыбку держит Лёва. А здесь там были у нас петушок. А там вон петушок. А кто там еще? Рыбка, а здесь белочка. И лебедь. И лебедь. Это герой сказки. Смотри, да, реальные орешки ей положили. Идем рассуждаем про сказки Пушкина. Да, надо перечитать, чтобы хорошенечко их вспомнить. Да уж кому перечитывать? И умничать перед детьми. Они уже все выросли из Пушкина. После обеда вышли погулять еще раз на Пушкинскую уже семьей. Смотрите, сколько народу там. А что это за розовое дерево, сынок? Это, не знаю, это какое? Та же самая вишня, что ли? Абрикос. Абрикос? Ну, сейчас сестра мой, ботаник, приедет, и мы точно узнаем. Вот это вот царь красоты пушкинской. Дерево, которое собирает больше всего народа всегда. Самое большое, самое розовое, самое красивое. Сфоткаешь меня с ним? Обязательно. Иди. Я тебя буду фотографировать. Рядом с музеем художественным, кстати, тоже рекомендую его посетить. Я с детьми ходил, мне очень понравилось. Там картины людей, ростовчан прошлого, позапрошлого века. Где нам вот такая интересная зона. Где нам понравилось? Музей художественный, да. Понравилось? Мне не понравилось. Почему? Поэтому, что ты, он сейчас обманывает просто. Нету. Да. Вообще мы не любим искусство, неинтересно нам, не нравится. Тут тоже розовые цветочки, зеленые кустики. Калин, он беседка для тебя как раз. Что? У меня есть один вопрос. Какой? А крыша этой беседки выдержит меня? Нет, не стоит даже пробовать. А я попробую. Нет, не надо. Ага. О, а нарциссы, да? Это вот... Как быстро все расцвело. На прошлой же неделе еще только листики выходили. Фасад здания музея такое маленькое, кажется, за счет того, что оно вытянуто вдаль от Пушкинской. Там есть несколько залов, в которых представлены картины. О, розовые кусты, они тоже тут ближе к лету. Пришли Ворошиловский. Нет. А нет, это что, там уже одуванчики даже желтые смотрели? Это мачо-мачо? Или мачо-мачо нет здесь? Одуванчики. Попить кофе на Пушкинской открыли. Смотрите, какое шикарное. Там в виде библиотеки выполнено внутри. Вот красочное изображение каких-то японцев рядом с Зодопицей на Пушкинской. Сын смотрите. Сказал, что это очень страшный чувак, который будет являться к нему во сне. Ой, ужас. Проходим нашу любимую брассерию. Решили не рисковать и не пугаться тем сценам, которые там теперь напив, да? Да. Идем в Сицилию. Еще одно изображение новое появились. Улитки по палубе. По стене по этой. А здесь располагается такая кафешный ресторанный дворик. Ползают тут по каждому вагончик с едой. Че я сел? Пошли, давай руку. Пойдем в Сицилию. Мимо бара здоровых привычек мы проходим в кафе, в которое, наверное, будем употреблять не совсем здоровый напиток. Хотим. Кофе. Моему единорожку. Единорожку принесли. Сфотографируйте для Ники. Теперь вот мимо ЗАГС, мимо кукольного театра направляемся вниз к Садовой, а далее пойдем. Пойдем на набережную. Вот такая. Я вот не помню этих лавочек. Смотри, да, прикольненько тут стало. Да. Видимо, она тоже закрывается, итальянское мороженое. Вон нет, какая очередь. Она всегда тут, это очень. Ужас какой. Это вот как нужно захотеть мороженое, я чтобы очень тут... Я вкусный кофе брала. Полчаса. Видишь, там настоящее, итальянское. Бочки. Вот мы уже почти на набережной. Первое наше посещение в этом году этого. Ой, ты не туда перепрыгнул. Парамоновских складов. Красота.
маленько испачкалось, но вот сейчас их прочищают здесь. Вот он, знаменитый ростовский водопад на Парамонских садах. Оттуда вода выбивает, сейчас, конечно же, ее много после зимы. Куда? Как? По кирпичу туда забирают. Но так делать не надо, Коль. Это, видимо, тиктокеры какие-то. Да, это очень странная девочка. Вот она, наша набережная. Весна 2022 года. Давненько я тут не был. Она так-то моя самая любимая, наверное, наряду с Пушкинской. Место в нашем центре, да и в нашем городе. Народу на набережной сегодня просто. Все переполнено. И детские площадки просто пройти приходится чуть ли не бочком протискивать, чтобы никого не задеть. Долгого ковидного перерыва появился художник. Если это тот художник. Посмотреть картинку вроде бы. Да, он. 20-й год он полностью пропустил, 21-й. Теперь он здесь. Продолжаем наш сегодняшний выходной в ресторане Schneider Weiss. Первый раз мы сюда попали, на набережный. Атмосферное местечко. Первый шашлык этого сезона. Ты что, барашек уже? Это курица. Вот это курица? Филе.